Добро пожаловать в базу данных Вооруженных сил Альянса. Запрос доступа к засекреченной информации. Устанавливается связь по защищенному каналу. Связь по защищенному каналу установлена. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Внимание! Данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Подтвердите биографию до поступления на службу. Подтвердите психологический портрет. Подтвердите военную специальность. Подтвердите внешние данные.
Восстановление профиля завершено. Личность идентифицирована. Итак, что же с Шепардом? Родился на земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Тяга норма, навигация норма, внутренние тепловые коллекторы задействованы, все системы работают, дрейф в пределах 1500. 1500 — это хорошо, ваш капитан будет доволен. Вот гондон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега-круто. К тому же спектры — это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так.
но только идиот верит в официальные версии. Спектров не посылают на тестовые полеты. Значит, здесь нечто большее, чем говорит нам Андерсон. Джокер, доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану, мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Я уже иду. Это из-за меня? Или капитан у нас все время малость в бешенстве? Только когда говорит с вами, Джокер. Тащимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе так язву Док. Это не то место, где часто бывают спектры. Найлус что-то не договаривает об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, Док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха, Дженкинс, вы пересмотрели шпионских фильмов?
вы думаете, капитан? Мы ведь на Эйден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Лишь дурак ищет драки, капрал. Простите, капитан, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание. И спектр на борту. Что вы знаете о спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты-спектры подчиняются только совету Цитадели. Обычно работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий у спектров нет. По сути, это тайная организация, которой поручено охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят над законом. Что вы мне можете рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве Цитадели, чем у любой другой расы. Хотя мы с ними не всегда ладим. Кое-кто считает их слишком упрямыми. Другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Найлусом и парой слов не обмолвилась. Он говорит только с капитаном Андерсоном. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Поверить не могу, что я на задании вместе с настоящим спектром. Вы ведь сами с Эйден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас ни городского шума, ни загрязнения. Мои родители жили на окраине колонии. По ночам я бывало ходил на холм и глядел через поля на огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Потому и пошел на службу. Даже рай в конце концов надоедает. Есть идеи, почему нас отправили на Эйден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Эйден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет и быть не может. Но что-то там видно случилось, раз у нас спектр на борту. Вот и я места себе не нахожу. Не могу никак дождаться настоящего дела. Относитесь к этому как ко всем прежним своим заданиям, и все сложится. Вам легко говорить. Вы-то себя показали на Акузе. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Вы молоды, капрал. У вас впереди еще долгая карьера. Не наделайте глупостей, чтобы ее не испортить. Не волнуйтесь, сэр. Я не напортачу. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Эйден Прайм. Я слышал, там довольно красиво. Я космопех, а не турист. Это ведь не просто туристическая точка, верно, Шепард? Эйден Прайм для вашего народа настоящий символ. Прекрасная маленькая планета на границе ваших территорий. Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Если вы хотите что-то сказать, так говорите прямо. Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Я уже догадался. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Эйден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Какой будет груз? Ученые копали на Эйден Прайм, нашли какой-то маяк.
Видимо, протеанский. Что еще вы можете мне сказать? Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Ожидаете проблем? Я всегда ожидаю проблем. Это еще не все, Шепард. Найлус здесь не только из-за маяка. Он также хочет оценить вашу работу. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Немногие смогли бы пережить то, через что вам пришлось пройти на Акузе. Вы показали сильную волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Просто скажите мне, что делать. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан. Даже ваша. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными, а тут целый маяк. Что, если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактикой 50 тысяч лет назад. Потом сгинула. Куда и почему, неизвестно, хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Их цитадель — сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Но что тут можно сказать? Мирная, аграрная планета — одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты, готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм — символ эволюции человеческой расы, а теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Как прикажете, капитан? Мы уже на подходе к Иден. Капитан! У нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Ложись! Нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю, тяжелые потери! Не можем! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда! Требуется... После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38,5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо.
Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Оленко и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходим на точку один. Найлс, вы ее не с нами? Один, я двигаюсь быстрее. Майлус пойдет вперед для разведки. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном прошу соблюдать тишину в эфире. Мы прикроем ему спину, капитан. Успех миссии зависит от вас, Шепард. Удачи. Заходим на точку 2. Периметру все спокойно, капитан. Колония сильно досталась, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. Черт! Что здесь произошло? Шанса.
Мы проследим, чтобы его похоронили со всеми почестями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекайтесь. Слушаю, сэр. Спасибо за помощь, капитан. Честно говоря, не думала, что мне удастся выжить. Сержант Эшли Уильямс, взвод 212. Вы здесь главный, сэр. Мне нужен рапорт. Немедленно. Да, боже. Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь. С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Где все остальные члены отряда? Мы пытались вернуться к маяку, но попали в засаду. Я не думаю, что остальные... Кажется, в живых осталась только я. Вы знаете, с кем мы имеем дело?
Думаю, это геты. Гетов не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк. Место раскопок закрыто, оно за тем холмом. Маяк должен быть там. Нам бы пригодилась ваша помощь, Уильямс. Так точно, сэр. Пришло время расплатиться. Опишите, что случилось перед атакой. Пару ночей назад нас направили из главной колонии патрулировать местность. Все шло как обычно, пока на нас не напали геты. Мы даже не заметили их приближение. А что случилось с исследователями на месте раскопок? Не знаю. Они разбили лагерь около маяка. С ними был отряд 232. Может быть, им повезло больше. Расскажите мне все, что знаете о маяке. Здесь проводились раскопки, чтобы построить железную дорогу и расширить колонию. Несколько недель назад ученые откопали какие-то протеанские руины и маяк. И вдруг вся колония как будто помешалась на этом маяке. Вот нас и отправили охранять место раскопок. Я почти ничего не знаю о самом маяке, но я слышала, как один из исследователей говорил, что это может быть величайшим открытием века. Что еще вы знаете о гетах? Только то, что учила в школе на уроках истории. Они синтетики, неорганическая форма жизни с ограниченным ИИ, которую несколько веков назад создали кварианцы. Их хотели использовать как дешевую рабочую силу, но в конце концов они напали на кварианцев, и те были вынуждены покинуть планету. После этого они исчезли за вуалью Персея. С того времени о них толком никто ничего не слышал. А спектра турианцев вы тут не видели? На Эден Прайм нет турианцев. Я их не встречала. К тому же, вряд ли бы я смогла узнать спектра. Если бы вы его увидели, вы бы его узнали. Оружия у него достаточно, чтобы разнести целый взвод. К счастью, он на нашей стороне. Извините, как я уже говорила, турианцев я здесь не видела. Выходим. Маяк находится в конце этой траншеи.
Раскопки проводились здесь. Тут был и маяк. Наверное, его куда-то перенесли. Кто? Наши или геты? Сложно сказать. Может быть, мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых? Мы идем в лагерь. Он находится на этой горе, за уступом. Планы меняются, Шепард. Впереди небольшой космопорт. Я проверю, что там. Буду ждать вас около него. Похоже, лагерь сильно пострадал. Удобное место для засады. Смотрите в оба. Они все еще живы. Что геты сделали с ними? Дверь заперта. Включена система безопасности. Thank you.
Сарен? Найлус. Это мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация сложная. Спокойно. У меня все под контролем. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Капитан, это Найлус. Что-то движется. Вон за теми ящиками. Погодите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек! Из-за того, что ты здесь прятался, тебя чуть не убили. Извините, я прятался от этих уродов. Я Пауэлл. Я видел, что случилось с этим турианцем. Его убил другой турианец. О чем, черт тебя подери, ты говоришь? Тут было два турианца. Ваш друг и еще один. Он называл его Сареном. Похоже, они знали друг друга. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Сарен замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо еще меня не заметил. Куда делся Сарен после того, как убил Найлуса? Он запрыгнул на грузовой поезд и поехал на другую станцию. Наверное, он маяк ищет. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло наперекосяк. Сначала этот корабль-носитель, потом нападение. Они убили всех! Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули! Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть.